Здравствуйте, в эфире Спортцентр ТВ, и я ведущий Сергей Волков. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о самарских спортсменах, которые готовятся выступить на летних Олимпийских играх в Бразилии. Ну а первым путевку в Рио-де-Жанейро завоевал батутист Андрей Юдин. Андрей Юдин – мастер спорта международного класса в прыжках на батуте. Родился 6 июня 1996 года в Тольятти. Воспитанник Дюшор-7. Чемпион мира в командных соревнованиях в 2015 году. Бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете в 2015 году. Серебряный призер Кубка мира 2015 год. Первый из самарских спортсменов стал обладателем именной лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Чемпион России в 2015 году, обладатель Кубка России в 2015 году. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Елены Дорофеевой, учащейся Самарского училища Олимпийского резерва. Сегодня вместе с Михаилом Мельником они гости нашей программы. Михаил Мельник – заслуженный мастер спорта в прыжках на батуте. Родился 18 декабря 1991 года в Тольятти. Воспитанник из Дюшор-7. Двукратный победитель первенства мира, бронзовый призер в 2006 году. Двукратный чемпион мира в 2013 году. Чемпион мира в командных соревнованиях в 2015 году. Бронзовый призер чемпионата мира в 2011 году. Серебряный призер чемпионата Европы в 2010 году. Многократный чемпион России и обладатель Кубка России. Обладатель Кубка мира в 2014 году. Победитель первых европейских игр в Баку в 2014 году в синхронных прыжках. Тренируется под руководством Елены Дорофеевой. Образование высшее. Сегодня мы узнаем, как готовятся ребята к Бразилии. И, конечно же, узнаем, как они завоевали эту путевку. Андрей, ну, ты поскольку первый начал отсчет уже Олимпийским играм, скажи, билет в Бразилию ты оформил, и я так думаю, что приступил к изучению португальского языка. Ну, к языку еще пока не приступил, а вот, ну, подготовка началась постепенно, сейчас вырабатываемся, ну, в тот процесс, который будет, точнее, будем стараться подгонять работу под Олимпийские игры уже, вот. Постепенно будем тренироваться. А ты скажи, где ты получил эту олимпийскую лицензию? Как это произошло? Ну, это произошло на чемпионате мира в Дании, в городе Оденсе. В финале выступил удачно. Это было в конце прошлого года, да? Да, в 2015 году, вот, в конце ноября. Выступил удачно в финале и заработал именную лицензию на Олимпийские игры. Стал третьим бронзовым призером чемпионата мира. Это самый первый твой громкий успех, да, ну, в карьере? Да. Я думаю, что Миша, наверное, завидует тебе. Дико просто завидует. Да, хорошая зависть. Да? Хорошая Миша. Зависть, завидует. А что не удалось, почему тебе не удалось выполнить олимпийскую лицензию? Ну, я не знаю, я думаю, что я не справился с волнением, потому что готовы были все 4 человека на 100%, то есть каждый мог завоевать лицензию. Ну, так сложилось, что не справился с нервами, не выполнил свою программу просто. Ну, не обидно, скажи честно. Вот, ну, конечно, то, что тебе обидно, предстоит целый... такой сложный, еще тягучий такой отбор. Да. Вот. А этот парень уже все уже, вот у него билет в кармане. Да, конечно, обидно, потому что все тренируются, все там, кто-то считает, что он заслужил, кто-то он заслужил. Надо тренироваться. То Андрей уже подготовится как бы к Бразилии, да, у него уже отчеты дней пошли. А я тренируюсь к тому, чтобы обыграть и стать за Андреем, поехать, ну вот, с ним как бы, то есть обыграть своих всех. Слушай, а еще совсем недавно был ведь совсем наоборот. Андрей за тобой тянулся. Ты ведь у нас самый титулованный батутист. Не только Тольятти, Самара, но и всей России. Ну, это спорт, так получается. Андрей вырос за последние 2 года, то есть попал в сборную команды России, ездил с нами на чемпионат. Мы первые были на чемпионате Европы, в команде, по-моему, вторые уже на мире были. То есть вместе тренировались, обкатывались, и вот вышли на одинаковый уровень. И тут уже кто сильнее на соревнованиях себя покажет, можно так сказать. А ты сам ожидал, Андрей, что вот так вот удачно тебя сложится в Дании? На самом деле не ожидал, а надеялся, можно так сказать. Как бы. Просто надежды были. Но в первую очередь задача стояла просто олимпийскую лицензию стране принести. А за личный результат как бы пока не думал до выхода в финал. После того, когда уже вышли в финал, там уже нужно было решать, выкладываться на полную и делать свое дело, на что был готов, то и сделал.
Ну вот сейчас вот твоя подготовка к Бразилии, она чем-то отличается вот от, скажем, от подготовки к чемпионату мира? Ну, пока что нет. А программу ты готовишь соперника в какой-то свой пузырь веский такой? Сейчас тренирую, стараемся таскать новую программу, которая будет уже намного конкурентнее, способнее за, ну, бороться за первое место с тем же Гаулеем, китайцем, который выиграл чемпионат мира. Вот будем стараться сейчас сделать, так сказать, отточить вот эту программу, которая сейчас, чтобы показывать уже результаты выше. Ну и стабильнее. Самое главное – это стабильность в нашем виде спорта. Чтобы натаскать ее стабильно, нужно много тренироваться сейчас. Усерднее готовиться, так сказать. Ну вот эта вот мысль о Рио, она не давит от тебя? Нет. Не сковывает тебя? Нет. Или как-то какое-то волнение уже начинаешь, ну, уже просто до Рио... предолимпийское испытывать? Да нет, волнения пока никакого не испытываю. До Рио еще много стартов, на которых тоже нужно показывать результаты. Нельзя на один старт только надеяться, правильно? Сейчас будет очень много стартов у нас в этом сезоне. Нужно на этих стартах стараться показывать результаты ближе, чтобы быть увереннее в Рио, так сказать. Да, нужно сейчас у нас много стартов сейчас, на которых вот мне придется доказывать, да, что я могу поехать с Андрюхой на Олимпиаду. То есть вот 5 кубков мира, на них нужно выступать отлично. И тем самым и мне, и Андрею нужно продавать себя, то есть ты должен залазить на батут, и судьи, которые тебя суют, они должны видеть, они должны знать тебя по имени буквально. Что это там Андрей Юдин, Михаил Мельник, они вот с России. И уже ставить оценки, то есть хорошие. То есть сначала ты работаешь на имя, потом имя работает. Нельзя приехать вот сейчас, приехать на Олимпиаду и сказать, я хочу быть первое место. Тебя же никто не видел, да, ты нигде ничего не занимал. То есть нужно подойти к этому плавно, сейчас занимать какие-то места, попадать в тройку, чтобы тебя всегда видели все на пьедестале. И тогда будут шансы на Олимпиаде занять место. Миш, ты вот 4 года назад проходил отбор на Олимпийские игры в Лондон, да? И в итоге стал запасным участником. Это как-то подхлёстывает тебя? Вот грело душу тебя мысль об грядущей Олимпиаде, о Рио, вот эти 4 года подготовки? Да нет, а не грело душу. Я расстроен был тогда, что третье место, причем я как бы сам глупо отдал там в последний год. Получилось, что меня обогнали ребята свои же. Но это быстро забывается, то есть я думал, хотел убрать те ошибки, которые я не совершал, да, вот те 4 года назад. А время так быстро пролетело, мне было 20 лет, да, сейчас мне 24, и они просто как секунда. Как один месяц пролетели, то есть эти дни, и вот сейчас опять бороться придется. А с кем ты сейчас, вот кто главный твой конкурент? Вот понятно, Андрей... Уже как бы все уже, у него забронировал себе путевку в Рио. А с кем ты сейчас будешь бороться за право выступить в Рио? Ну, главное, у нас есть еще одна лицензия, да, на Россию, которую заработал Дмитрий Ушаков. То есть он сильнейший спортсмен у нас в России, будем так говорить, по результатам. То есть он серебряный призер Олимпийских игр. И тяжело подойти просто так сказать, Дима, дай мне лицензию, я поеду на Олимпиаду. Тебе скажут, Миша, иди, ты кто такой? И то есть сейчас вот... Как результаты будут показывать? У нас 4 человека в сборной. Вот сейчас Сергей Азарян, я и Дмитрий Ушаков. Вот из 3 человек, я думаю, будет конкуренция. То есть, если кто-то прям будет, да, нужно быть, в общем, выше Димана Ушакова на голову, чтобы ты поехал на Олимпиаду. Ну, вы знаете, вот считается, что Тольятти – это ведущий центр, один из ведущих центров прыжков на батуте страны, да и, наверное, и мир, наверное, тоже. Но прямо, честно говоря, вот я смотрю на этот спортзал, где довольно прохладно, во-первых, здесь, и прямо скажем, мне кажется, что вот условия, в которых вы тренируетесь, несколько шокируют ваших главных соперников там наверху, в Европе, в мире. Как вот вам удается в таких, мягко говоря, не совсем комфортных условиях добиваться каких-то высоких титулов? Ну, самое главное – это желание. Если ты хочешь этого добиться, тебе без разницы, где ты этого будешь добиваться и как. А вот из этих вот мальчишек, девчонок, которые здесь рядом с вами тренируются бок о бок, а вот как вы думаете, кто может реально предиктовать на то, чтобы стать вашими последователями, наследниками? У нас вообще спортшкола сильная здесь, и сколько я вот помню, да, занимаюсь, были ребята старше меня, которые тоже попадали на первенство мира, первенство Европы, да, они, когда вышли уже во взрослый уровень, 18 и старше, да, у них не получалось,
Но очень много таких ребят, которыми заслуженные мастера спорта завоевали здесь. И поэтому у нас поколение растет, много ребят и девчонок, которые, надеемся, пойдут по нашим стопам. Ну а на пенсию-то вы не собираетесь еще, нет? Да, мне 24, Андрюхе вообще 20. Я думаю, еще 4 годика точно попрыгаю. 19,5 еще. 19,5 еще, да. Как так получилось, Миш, что я говорю за твоими плечами? Ты всегда был локомотивом талятинских батутистов. И вдруг, если вот, бы я знал, я бы выиграл уже три. Да, и ты вырастил практически на своих плечах, вырастил такого серьезного конкурента. Если бы я знал, я бы уже три Олимпиады выиграл. Вот в чем причина, конечно. Надо тренироваться больше, если тебе дано поехать, если ты будешь пахать, если ты после этого не сядешь вот так и не скажешь, блин, я сделал это, нет, ты должен вот сейчас сесть и сказать, я сделал все, чтобы поехать туда, но я не поехал. То есть нужно тогда следующий цикл также поработать, чтобы не было разочарования, что ты что-то не так сделал. А ты что-то вот Андрею подсказал или подскажешь, как все-таки вывести себя на пик формы вот к Олимпиаде? И, может быть, учесть, чтобы он учил какие-то твои вот ошибки при подготовке к Олимпийским играм, чтобы наш парень, наш самарский парень все-таки вошел в призовую тройку? А мы тренируемся все вместе, то есть мы здесь тренируемся, мы подсказываем друг другу ошибки, вот у нас камера есть, на сборах мы все время вчетвером, одна команда, то есть можно без проблем подойти, спросить там, Андрюх, покажи там, ну подскажи, что я не так делал, и он также у меня может спросить. То есть у нас хорошие отношения в коллективе, это самое главное, никто ни на кого там зубы не точит, и я думаю, все плавно подойдут максимально к своей форме, к пику. Мы так и тренируемся все, что мы, в принципе, в последнее время прям на пике формы подходим к соревнованиям. Я так считаю. Ну, давай спросим у Андрея все-таки. Он мечтает просто туристам съездить в далекую Бразилию или что-то там показать? Немножко хотя бы помечтать об олимпийской медали. Ну, мне кажется, это какой-то неправильный вопрос на самом деле. Конечно, все хотят съездить туда не просто как турист. Для чего я туда еду? Если бы я знал, что я еду туда как турист, зачем мне туда ехать? Не понимаю. Конечно, настроен на результат, а там уже как получится, воздастся ли мне мои труды или не воздастся, там уже будет все ясно. Ну вот кроме Мельника, кроме Димы Ушакова, кто твои будут, может быть, главные соперники там в Бразилии? Это, ты их знаешь? Конечно. Ну, естественно, это китайцы и белорусы. И японцы. И японцы. В принципе. Компания приличная собирается, да? Да, там очень много достойных спортсменов на самом деле. Человек. Ну вот самые сильнейшие туда поедут как раз вот на Олимпиаду. 16 же, да, человек там получается? Наверное, 16. 16 человек, там все сильнейшие будут спортсмены то есть, планеты. То есть, если сравнение, сейчас на чемпионате мира у нас было там 146 участников, а сейчас на Олимпиаде будет только 16. То есть, представляете, да? То есть весь цвет. Да, весь то есть самые сильнейшие, спортсмены да, туда едут. Вот это будет борьба. Будет борьба. А вас, Миш, а ты был в Бразилии до этого? Ни разу не был. Ни разу не был. Андрей, ты тоже не был? То есть для вас это тоже страна-загадка, да? Вы знаете бразильский футбол, пляжи Копакабаны, да? Ну, Олимпиада, она завершит этот спортивный сезон, да? Да, это последний основной старт в этом году. После него даже чемпионата мира не будет, то есть все Олимпийские игры и, в принципе, после этого можно отдыхать. Ну а сейчас вот промежуточные старты. Ты говорил, что у тебя еще этап Кубка мира. Я так понимаю, рейтинг надо свой повышать. Андрей, а ты какие локальные задачи вот перед Олимпиадой будешь решать? Какие? Буду натаскивать новую просто программу. Тренироваться, да? Тренироваться, естественно, стараться успешно выступать на всех соревнованиях. А вот впереди у вас чемпионат России, потом чемпионат Европы. Вы поедете туда, да? Да, конечно. Я думаю, что все хорошо должно быть. Без инцидентов каких-то. Должны попадать спокойно, ехать на чемпионат Европы и на Россию вот сейчас, да, будем выступать. И вот потом Кубки мира, 5 Кубков мира еще. Ну а как дома отнеслись к тому, что ты поедешь в Бразилию? Что сказали родители? Да ничего, рады были. Так. Что папа сказал? Молодец. Молодец? Гордусь. Че? Ну, не знаю, даже как описать эти эмоции на самом деле. Просто эмоции, я думаю, немного подутихли, уже время прошло. А так, конечно, я думаю, радость запредельная у Андрюхи была и у его близких, потому что это попасть на Олимпиаду, это значит, что ты сильнейший спортсмен в России в своем виде спорта. А как если... ты думаешь, Андрей сможет побороться за медаль? Да я думаю, без проблем вообще, на самом деле. То есть надо спокойно делать свою программу, еще полгода сейчас есть. За полгода можно многое успеть, переосмыслить.
и туда спокойно заходить и цепляться за тройку. А в вашем виде спорта вот много таких ярких лидеров, каких-то звезд, ну, прямо из серии непобедимых, скажем так? Ну, или непобедимых нет, так сказать. Непобедимых нет, у нас был один такой. Ну, был один непобедимый, Миша Мельник, а ты его победил. Да нет, было, я-то что, я так местного уровня. А был непобедимый, вот это китаец Донг Донг. Он в 2008 году занял третье место на Олимпиаде. И после этого, я не знаю, он разозлился, по-моему, очень сильно. И на протяжении 4 лет он ни одного старта не отдал. Он на протяжении 4 лет на каждом старте занимал первые места. И поехал на Олимпиаду в 2012 и выиграл ее. И все, как бы. И сейчас немного сдулся. Ну, и потихонечку. Ну и после, да, хорошо. Вот он сейчас претендент, еще неизвестно, кто у китайцев на Олимпиаду поедет. Один известный, а второй, мы его с ребятами думаем, что именно он поедет и подготовится сейчас еще и покажет свой максимум. Хорошо, как победить китайцев тогда? Раскройте секрет. Как? Вот с помощью чего? Характера, я не знаю, там, силы, там, да, воли. На самом деле чуть-чуть осталось. Если сделал свою программу на максимум, как бывает на тренировках, да, то, я думаю, китайцы могут проиграть легко. Ну, вот так же, как они сейчас в команде проиграли нам, так же и индивидуально могут проиграть. А вот скажите, а у вас вот кроме батута остается время на что-то другое, личное? Ну, конечно, остается. Дома? Я понимаю, что вы из Тольятти, то в Тольятти все больные не только прыжками на батуте и акробатикой. Еще они больные и, конечно же, хоккеем. Вы на хоккей-то ходите? Да, иногда ходим, когда время. Я ходил, да, до того еще, когда «Лада» была. Не в КХЛ еще, а чемпионат России, да, по-моему, там назывался. Сейчас, когда они попали, тоже пару матчей ходил, смотрел, болею. Ну, что-то пока расстраивают они немножко. В плей-офф попасть не могут. Вы следите, да, за хоккеем, за тем, что происходит в спортивной жизни Тольятти? Да, спортсмены, я думаю, все следят, стараются за тем. Не, ну я на самом деле, признаюсь, чуть-чуть слежу, я не особо. Некогда, только тренировки, да? Не, ни в коем случае. Андрей учится еще, то есть он в Самару. А где? В Гуворе, в Самарском. Государственное училище Олимпийского резерва города Самара, который. Так. Миша, а ты? Я уже отучился, слава богу. Я и высшее образование получил, вот среднее училище. А какое высшее образование? Финансовый кредит. То есть ты будущий экономист? Ну, экономист, финансист, да. А закончил что? Павловский государственный университет сервис. В Тольятти здесь. По ВГУ. То есть с будущим вы практически уже определились? Да не определились. То есть есть две профессии, да, сейчас у меня, куда я могу. Могу и тренером пойти, могу вот и по финансам. То есть это в дальнейшем будет видно, куда судьба повернет, куда больше захочется. Сейчас пока на данный момент только спорт, спорт и спорт. И все одни мысли только о Бразилии. Ну да. И чтобы лишнего себе не позволяете, шаг в сторону, потому что вся подготовка, я думаю, что сконцентрирована как раз на Олимпиаде. Да? Для вас стало неожиданностью то, что первым среди самарских спортсменов путевку в Рио завоевал Андрей Юдин? Ну, была приятная неожиданность. Ну, в душе, конечно, каждый тренер и спортсмен надеется, что он может это сделать. И, в принципе, вот эта надежда, она оправдалась, что получилось заработать путевку эту. По сути говоря, сборная команды России, ребята, не каждый был в хорошей форме на тот момент. И они как раз могли любой выстрелить так. Но вот у Андрея получилось это более удачно. Сможет ли Юдин бороться за какую-нибудь олимпийскую награду? Думаю, да. Он это сильный спортсмен психологически. Мы меняем сейчас программу, усложняем. Почему? Потому что немножко не хватило сложности. И вот у нас есть сейчас время, чтобы отработать ее и показать на высоте свои прыжки. Как обыграть своих главных конкурентов, там, китайских спортсменов и не только? В принципе, как бы трудиться нужно. Труд – это самый первый талант, которым обладают наша вот сборная команда России, ребята. Кто больше потрудился, то тот и выиграл. Но я не исключаю момента психологии, конечно, это сложно, когда ты понимаешь, что это твой шанс, что ты можешь это. Это тоже сложно с этим совладать. Как вы думаете, Михаил Мельник сможет получить вторую олимпийскую лицензию? Утверждать не буду, но мы будем стараться. У нас есть шансы, нужно сейчас проявить себя на этапе Кубка мира. Нужно мало того, что
бороться со своими ребятами, потому как эта путевка, она пока свободна, и каждый захочет ей завладеть. Поэтому придется и со своими друзьями им соревноваться тоже. Но главные конкуренты остаются китайцы. То есть, несмотря на то, что у нас сильная команда, нам нужно обыграть китайцев именно на этапах Кубка мира. Только тогда мы сможем ей обладать. Воспитать олимпийца, наверное, очень непросто. Тем более в таких скромных условиях, как ваш. Однозначно. Вот наша школа открыта в 80-м году. Мы имеем статус школы олимпийского резерва. Занимается у нас с детьми 17 тренеров-преподавателей. В основном это как бы наши воспитанники. Вот, то есть наша школа. Вот. Они, как правило, имеют категорию высшую. Вот. А самый такой привилегированный класс, вот, это у нас 830 детей. Мы и в российском календаре участвуем, во всех международных соревнованиях, начиная там, скажем, Европа, первенство и чемпионат мира. А вот в этом году мы уже дошли до такого уровня, что у нас уже есть представитель, который поедет, Андрей Юдин, который поедет на Олимпийские игры в Бразилии. А вы ожидали вообще вот такого успеха вашего воспитания? Ну, мы для этого все делали. А там ожидали, не ожидали, ну, мы трудились. А как вы думаете, шансы Михаила Мельника завоевать вторую олимпийскую лицензию, насколько высоки? Ну, я думаю, шансы, наверное, у всех сборной команды России практически одинаковые. По процентам, как говорит, время покажет. Что бы пожелали в первую очередь Андрею Юдину там, в жаркой и далекой Бразилии? Ну, естественно, успехов, естественно. Мы будем переживать за него, всем нашим коллективам. Вот. Ну, я думаю, Китай. Когда-то ведь нам нужно вот этот статус, что они все время выигрывают, вот этот статус как бы нивелировать. Потому как когда-то школа российская, вот, она занимала вот именно вот это место. Желаю вам успеха. Я думаю, что все болельщики, не только Самарской губернии, но и всей страны, наверное, будут за вас болеть. В первую очередь, конечно, Андрей, за тебя, поскольку ты первый завоевал путевку. Миша, мы пожелаем успеха, чтобы поехал туда. И самое главное, ребята, чтобы травмы обошли вас стороной на вот таком долгом пути в Бразилии. Ну что ж, тогда удачи вам. Спасибо. Ребята, до встречи после Рио. Надеемся увидеть вас с медалями. Это была программа «Спортцентр ТВ» и мои гости Михаил Мельник и Андрей Юдин. До встречи.